Не трогай ничего. Извините. На. Поиграй. А я расскажу тебе сказку. Ладно. Когда-то одну очень красивую ведьму снова изгнали из родной страны. Какие-то напыщенные, самовлюбленные и кровожадные хулиганы. Тебе они известны как британские просвещенные. Она нашла прибежище в семье ведьм. Ей нужна была лишь крыша над головой и безопасное место для магической практики. Но они ее вышвырнули. Как мусор из корзины. Дескать, она ни на что не годная. Да эти ведьмы просто сволочи. По-моему, вы очень годная.